Всем снова привет! В этом видео хотел бы рассказать о таком достаточно хорошем и рабочем решении, если вас выкидывает во время диалогов в игре No Man's Sky. Значит, если во время диалогов или с кем-то заговорили, то есть тоже здесь столкнулись, что нужно всего лишь что сделать? Изменить язык игры. То есть получается за кривой русской локализации, то есть плохо работающие, получается выкиды, то есть не со стыковки вылеты. То есть что делаете? Выкинуло вас, берете в игре, меняете язык. Как это сделать? Ну, это достаточно просто. Или у вас файлик этот есть, language setup, или заходите в settings, game setting. И просто здесь пишите English, там английский, значит. То есть, ну, давайте я напишу English. Все, пишите английский, файл, сохранить, закрываете. То есть закрываете, все, и таким образом проходите дальше ту часть, вы загружаетесь, должно все загрузиться, и проходите эту часть своей компании. Говорите с кем нужно там. Ну да, на английском придется кое-как там, может, понять там, как придется. Ну что поделать. Все, как только это прошли, потому что диалогов в игре, вы же понимаете, знаете, очень мало. Все, потом берете и меняете язык обратно и дальше играете на русском. Ну пока так, к сожалению. Но как-никак это исправляет вылеты. И уже достаточно такие люди отписались, немало что помогает. Поэтому пробуйте, пользуйтесь. Также смотрите в описании другие ссылки на игру, не только решение проблемы оптимизации, а также факты полезные, еще что-то. Плюс отписывайтесь в комментариях, помогло или не помогло, или еще какие-то проблемы пишите в комментариях, чтобы мы вместе это все видели, фиксировали, все зрители, в том числе и я, видели, что работает, что не работает, и знали, что использовать, что не использовать, чтобы потиху выходить всем на более стабильную, лучшую версию игры. Ну, на этом пока все, за всем следите в описании, за всеми ссылками. Спасибо за внимание.